Здравствуйте, с вами Владислав Власов. В эфире «Енисей. Новости». Главная тема выпуска. Капец, ты смотри, машинам просто всем хана. Вторая за неделю. В Солнечном рухнула подпорная стена. Под завалами сразу несколько автомобилей. Жесткий метод. В центре Красноярска участники аварии зверски избили одного из водителей. Уже если восточная часть идет, то там уже и не исключено, что и до Красноярска это дело доберется. Тянет на нас. Едкая дымка от якутских пожаров продолжает накрывать города и районы края. Это очень большая и очень важная для страны задача. И я убежден, что Красмаш и Красноярск с этой задачей справятся. В Красноярске с визитом побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Чрезвычайное происшествие в Красноярске. В микрорайоне Солнечной на улице 60 лет образования СССР обрушилась подпорная стена. Под завалами оказалось несколько автомобилей. С места событий репортаж Елены Саткеевой. Машины засыпало, бедненькие. Капец, ты смотри, машинам просто всем хана. Офигеть, смотри, машина в смятке. Все, зайка, пи***. Шок, страх и полное непонимание происходящего. Жители Солнечного перепуганы не на шутку. Подпорная стена рухнула сегодня примерно в час дня. Пятиметровой бетонной махиной придавило сразу 5 машин. 4 легковушки и газель. Территорию оцепили довольно быстро, поэтому близко показать не могу. Но здесь и так все заметно. Посмотрите вот на эту газель. Чисто теоретически, если представить, только ее пассажиры могли хоть как-то выжить. Потому что если обратить внимание на следующую машину, бетонный блок упал так, что остался только капот, и то не весь. В любой из этих легковых машин, если бы находились люди, они бы точно не выжили. Но, к счастью, ни одного человека не оказалось рядом. На месте уже и владельцы пострадавших авто. Хозяина одной из них увозит скорая. Это машина моего теста, да. Это машина из моей семьи. Стоит Kia Rio, который полностью пострадал, и он не подлежит восстановлению. Но вот сейчас, в данный момент, его скорая увозит. Стало у человека плохо сердцем. И сейчас, видите, машина отъезжает. Толпа собравшихся зевак обсуждает случай явно не страховой. Кто и как теперь будет возмещать пострадавшим ущерб, пока вообще непонятно. Владелец участка – скандально известный Евгений Генералов. У него в собственности огромное количество земли в Солнечном. И этот участок не исключение. О том, что стена может рухнуть, его предупреждали еще в июне. Мы делали об этом материал, а на стене тогда появились предупреждающие таблички. Страшно, не страшно, если парковочных мест возле дома не хватает. Приехала вчера дочь вечером, поздно. Мест нет, пришлось ставить сюда. Те, чьи машины стояли напротив рухнувшей стены, срочно отгоняют свои автомобили подальше от опасного места. Страшно представить, что они переживали в этот момент. Выезд машин сопровождают сотрудники МЧС. Последствия ЧП устраняют 47 спасателей. Первым делом нужно определить, нет ли под завалами людей. Для этого привезли служебную собаку. За происходящим наблюдают жильцы ближайших домов. В момент обрушения они были в своих квартирах. Живущие на нижних этажах говорят, пол под ногами начал ходить ходуном, а потом сильный шум. Сначала происходящее приняли за землетрясение. Продолжало это трясти, нам начали говорить, чтобы мы выходили из дома, девушка. Я думаю, что-то дом, может, пошел дальше. И мы, получается, с ребенком быстро на улицу. Потом приехала МЧС, и всех из дома начали эвакуировать. Вот. До сих пор вот стоим, ждем, не знаем, как это. Боимся заходить даже домой, даже после того, даже если допустят, очень страшно было. По факту ЧП проверку проводит и прокуратура. Предстоит выяснить, что послужило причиной обрушения и кто виноват в том, что снова вовремя не принял меры. Но владельцы пострадавших авто будут обращаться в суд, чтобы хоть как-то возместить ущерб. Елена Саткеева, Софья Лупинина, Иван Дорофеев и Андрей Крупнов. Енисей. Новости. Побывал на месте ЧП и глава Красноярска Сергей Еремин. Он ввел в Солнечном режим чрезвычайной ситуации. Мэр отметил, что подпорная стена стояла на частной земле. Ее полностью демонтируют. Все равно придется это все уже демонтировать полностью. Здесь фрагментально не получится оставить. Ну и сейчас будем уже специалистов сейчас приглашаем. Будем смотреть, как это все выправлять. Пока смотрим один из базовых вариантов. Все-таки делать сполаживание, укрепление и сполаживание.
И это уже второе обрушение. Только за эту неделю, в среду после мощного ливня, подпорная стена обвалилась в Октябрьском районе Красноярска на улице Попова. Тяжелые гигантские плиты вместе с металлическим забором свалились на дорогу с двухметровой высоты. Тогда только чудом поблизости не было ни людей, ни машин. Укрепить склон жители просили давно. В 2015-м стена уже падала. После ЧП управляющая компания должна была провести обследование и реконструкцию, но так этого и не сделала. И вот таких аварийных мест в Красноярске десятки. Восстанавливать нужно часть подпорной стенки на улице Вербной. Опасения у жителей вызывает и часть парковки в Покровке. Видимо, ситуация не изменится, пока не случится очередного ЧП. Вообще же разгул стихии сегодня в Солнечном был нешуточный. Очевидцы сняли, как в гигантской дождевой луже едва не утонул ребенок. Вот эти кадры. Несколько мальчишек пытаются перейти бурный грязный поток. Двоим это удалось, а одного буквально смыло мощным течением. Испуганного ребенка протащило несколько метров. Видно, что он изрядно наглотался воды, пока смог, наконец, зацепиться за бордюр и выбраться. О самочувствии мальчика пока ничего не известно. Еще одна неприятная ситуация произошла в Красноярске на улице Брянской. Там прямо на проезжей части избили и запинали водителя. Между собой мужчины не поделили дорогу. При этом правила дорожного движения нарушили оба. Репортаж Марии Зарукиной. Крики, маты и ногами по спине. Взрослый, уже седой мужчина с акцентом просто запинывает молодого парня прямо на проезжей части. Парнишку, который уже не сопротивляется, лишь прикрывает лицо руками, пытаются отгородить от агрессивного мужчины. Драка происходит посреди улицы Брянска, недалеко от главного управления ГИБДД. И эти два водителя просто не поделили дорогу. А вот кадры за 5 минут до избиения. Тот самый агрессивный мужчина едет вот в этой черной приории. Прямо на пешеходном переходе он начинает разворачиваться с крайней правой полосы. Здесь в него и влетел красный Volkswagen, который вообще двигался по встречке. Оба водителя грубо нарушили правила дорожного движения, но, по-видимому, справедливость решили восстанавливать на месте. В полиции начали проверку. В полицию поступило спецсообщение из медицинского учреждения о том, что данный гражданин обратился за медицинской помощью. Мужчина при обращении в медицинское учреждение указал обстоятельства получения травм. Делом полиции номер 1 назначено проведение проверки по данному факту. Жестокая агрессия на дорогах стала встречаться все чаще. Достается и неосторожным пешеходам, и неаккуратным водителям. А эта история в декабре 2020-го вообще всколыхнула весь Красноярск. Тогда из-за конфликта водитель 2 раза выстрелил в другого из травматического пистолета. Я ничего не... Он меня бил. Ты что творишь? Он меня бил. Он пистолета стреляет. Несмотря на то, что перед получением водительских прав каждый обязан проходить психиатра, с неадекватными реакциями встречается практически каждый водитель. Психологи акцентируют, сам процесс вождения не является стрессом. Аварии и ДТП – это лишь спичка, брошенная в канистру с бензином. Все дело в психических перегрузках, недосыпе и в вечном режиме многозадачности. На водителей влияет процесс отвлечения. Вот мы сейчас говорим о том, что стало пробок больше, что стало водить машину сложнее, что нужно передвигаться, очень много передвижений. Нет, ребята, исключите количество отвлечений. Все. Этого будет достаточно. Это, безусловно, гаджеты. Это, безусловно, для кого-то. Это может быть человек, разговаривающий рядом. И чем больше переключения внимания у человека происходит в единицу времени, тем более импульсивен и возбудим он может быть при каких-то стрессовых ситуациях. Поэтому причиной для взрыва эмоций и агрессии может стать любой ежедневный ритуал. Очередь в магазине, невыспавшийся кондуктор в автобусе и, конечно, сосед по проезжей части. Вот только ответственность за такие эмоции обычно заканчивается уголовным делом. Мария Зарукина, Максим Галат, Енисей. Новости. Пробки, сбои и упадок бизнеса. Красноярцы просят проверить законность платной парковки у ручного вокзала. Водители уже написали обращение в ГИБДД. Шлагбаум там стоит меньше месяца, а недовольных с каждым днем становится только больше. Анастасия Тиль продолжит тему. Вот они, новые шлагбаумы в действии.
говорят, на Дубровинского забиты. Такая толкучка здесь чуть ли не каждый вечер. Платить за стоянку на набережной красноярцы не готовы и бросают авто прямо на въезде. Днем парковка пустует, на площадке едва ли наберется пара десятков машин. Не заехать там ни в кино, ни просто на набережную. Ну, то есть неудобно. У меня еще правый руль, и приходится либо мне из машины выходить, либо там пассажира просить, чтобы эту руку протягивали. В общем, я не понимаю, зачем так сделать. На территории есть офисы, кинотеатр, рестораны, развлекательный центр. И стоянка стала платной одинаково для всех – и работников, и посетителей. На грани закрытия автомойка в лучшие времена за день проходило полтора десятка клиентов. Сейчас от силы пара. Опустела вся набережная. Вот так прогулочная зона выглядела год назад. Сейчас даже пешеходов в разы меньше. У нас убавилось, наоборот, народов. Очень мало стало посетителей из-за платной парковки. И набережная была вся полная. У нас очереди здесь стояли большие. Сейчас пусто по вечерам. В день мы можем приезжать в офис 3-4 раза с 9 до 9. То есть автоматически за 3 часа мы отдаем 100 рублей. Это просто в минус, на самом деле. Каждый день, если вы посчитаете и умножаем сумму на 12 месяцев, это выходит за 30 тысяч в год. Свое недовольство водители высказывают и дорожным полицейским. Красноярец написал письмо в ГИБДД с просьбой проверить законность работы новой платной парковки. Там подтверждают, обращение получили, но комментировать ситуацию отказались. Найти здесь свободное и бесплатное парковочное место действительно трудно. Вот карман у дороги переполнен. Соседи дворы отметаются сразу, они тоже с воротами и шлагбаумами. Еще один вариант – ближайший супермаркет, ну и там как повезет. Что, поищем еще местечко? Недовольных платной стоянкой сотни, возмущенные водители заваливают инстанции письмами, а в Красгорпарке стоят на своем. Это только кажется, что площадка пустая, непопулярна и никому не нужна. Поэтому возвращать свободный въезд сюда не будут. Это абсолютно позитивный в общем и целом проект. Есть частные обращения о том, что люди с негативом. Это, как и всегда, есть две стороны медали. Но если на листочке написать плюсы и минусы, то перевес будет в процентном соотношении 95 к 5. Несмотря на недовольство красноярцев, это не последняя парковка на красноярских набережных. В планах сделать платным въезд на прибрежную зону в районе Бограда, а в следующем году стоянку оборудуют и на Ярыгинской. Но там, по крайней мере, это разгрузит жилые дворы. Анастасия Тили, Павел Потылицын, Едисей. Новости. В Заполярном Норильске сохраняется сильное задымление воздуха. Мы уже рассказывали о том, что весь Таймыр заволокло дымом пожаров из Якутии. Из-за погоды ситуация усугубилась, но не только норильчане стали заложниками этой ситуации. Уже почти 100 населенных пунктов Красноярского края в дыму, который несет к нам из Якутии. Люди рассказывают, что в воздухе устойчивый и резкий запах гари, после которого першит в носу и горле. Небо заволокло дымкой и видимость значительно ухудшилась. МЧС зафиксировали 20 подобных жалоб. Вердикт же синоптиков неутешителен. Если сменится направление ветра, то дым придет и в Красноярск. При смене ветра на восточное задымление вполне вероятно доберется и до Красноярска. Сейчас оно уже фиксируется в северной части центральных районов и в восточной части. То есть сегодня уже пришла информация, что из Канска, из Дзержинского, Витасеева также ухудшение видимости из-за мглы, из-за дыма уже приближается и к Красноярску. То есть уже если восточная часть идет, то там уже и не исключено, что и до Красноярска это дело доберется. Последние данные по распространению коронавируса в крае в продолжении выпуска. Закон сохранения денег от КМК гласит, если дети растут, то цена на детскую мебель падает. С 1 июля по 30 сентября скидка 20% на детский ассортимент мебели. КМК всегда удобно. В эфире «Енисей новости». Наш телефон 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся уже в этом году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу во время своего визита в Красноярск. Глава военного ведомства осмотрел новый цех завода «Красмаш», где и будут собирать новые ракеты. Екатерина Любим с подробностями.
На заводе «Красмаш» серьезная делегация. Министр обороны Сергей Шойгу и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осматривают один из новых цехов предприятия. Раньше на этом месте был пустырь, теперь просторные рабочие площади. Здесь на «Красмаше» будут собирать новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Осмотрев цеха, Сергей Шойгу сделал вывод – завод готов принять долгосрочный контракт на поставку этих ракет. Летные испытания начнутся уже в этом году, а в 2022-м первые комплексы должны поступить на вооружение войска стратегического значения. Где, ну, конкретное место я вам говорить не буду, скажу коротко, неподалеку. Это очень большая и очень важная для страны задача. И я убежден, что «Красмаш» и «Красноярск» с этой задачей справятся. Встретился Сергей Шойгу и с работниками «Красмаша». Они задали министру обороны волнующие вопросы. Например, в какой военный вуз лучше поступить, а также планирует ли ведомство распространить льготную ипотеку и на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Узнали у Сергея Шойгу и про пустующие земли так называемого военного городка на улице Малиновского. Выяснилось, что в ближайшее время их передадут городу. Мы преследуем и свои интересы, которые полностью совпадают с интересами края и города Красноярска. Мы хотели бы, чтобы за счет передаваемых земель и за счет инвестиций здесь создавались такие центры, как «Авангард», делались парки «Патриот», создавалось и развивалось юнармейское движение. Ответил глава военного ведомства и на вопрос про атомную подлодку «Красноярск», которую в конце июля спустили на воду в Северодвинске. Это самая современная лодка. Самая современная лодка. Лодка, которая у нас будет нести высокоточное оружие большой дальности. Лодка, которая имеет все возможности по проникновению в труднодоступные районы. Вы можете гордиться этой лодкой. Интересовало работников «Красмаша» и то, какими темпами идет процесс вакцинации в армии. Переживать здесь не стоит, отметил Сергей Шойгу. Привиты от коронавируса уже больше миллиона военнослужащих. У нас сейчас уже по ревакцинации, с учетом того, что у нас все по графикам, то есть мы знаем, кто когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано на вчерашний день было 34 тысячи. Встреча министра обороны России и работников «Красмаша» продлилась больше 2 часов. За это время Сергею Шойгу успели задать около 20 вопросов. Екатерина Любим, Алексей Овсянников и Максим Галат. Енисей. Новости. И добавлю, Сергей Шойгу дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Ответы на самые важные вопросы о безопасности страны, о состоянии дел в армии и о сотрудничестве Министерства обороны с Красноярским краем мы покажем в понедельник после вечерних выпусков новостей. Губернатор Красноярского края с рабочим визитом посетил южную столицу региона. В Минусинске он проинспектировал объекты, которые реставрируются к 200-летию города, а также заехал в гости к победителям конкурса «Семья года» и встретился с известной интернет-звездой, ведущей одной из рубрик в «Утренней Енисее» «Помидорной королевой» Натальей Щербининой. Как это было, расскажем прямо сейчас. Здесь я испытываю сорта. Это не теплица, а лаборатория. Лаборатория, да. На 5 сотках земли настоящее королевство томатов, помидорный музей. Сортов не сосчитать. Заморские диковинки из Болгарии, Польши, Румынии, Хорватии и США. Хозяйка Наталья Щербинина еще и знаменитая интернет-блогер. Кроме этого, на нашем канале в программе «Утро на Енисее» ведет еженедельную рубрику «Порядки на грядке». Губернатор прогулялся по помидорным джунглям и даже поучаствовал в сборе урожая. У нас по минусинской традиции помидоры режутся большими кусками, чтобы взял в рот и почувствовал это. Значит, не только минусинский. Побольше кусок, он традиция мировая. Проинспектировал глава края и объекты, которые реставрируют к 200-летию города. Ключевой площадкой празднования юбилея в 2023-м станет исторический центр Минусинска – Соборная площадь. Уже сейчас стоящие рядом объекты культурного наследия преображаются. За 2 года планируют обновить 8 зданий, благоустроить прилегающий к площади сквер. Те объекты, которые в этом году начали реконструировать, завершат работы до 30 ноября. Ну и в так плановом порядке, который определен планом, графиком подготовки к 200-летию города, мы сейчас не отстаем и, надеюсь, мы даже ускорим темпы.
Здесь же обсудили и экологические проблемы, перспективы расчистки русла реки Минусинки и возможность перевода 12 тысяч частных домовладений города на более экологичные виды топлива. После завершения эксперимента в Красноярске внедрение здесь подходов по электроотоплению частного сектора. Думаю, что со следующей весны вот такого рода опросы и обследование перспектив от подключения к электроотоплению мы должны сделать и в Минусинске. В селе Селиваниха глава края заглянул в гости к творческой семье Павловых. Они стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Построили вот первый этаж, и нам стало тесновато. А когда огород будет? Огород уже немножко есть. Просто... Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае остается тяжелой, но выздоровевших больше, чем заболевших. За последние сутки ковидом заразились 466 человек. Из них 101 в Красноярске, 47 в Норильске, 34 в Канске и 22 в Ачинске. Выписаны ровно 500 пациентов. Под наблюдением дома 42 047 человек. На лечение остаются уже меньше 10 тысяч. К сожалению, не справились с болезнью 24 человека. Сегодня заключительная серия нашего проекта «На пике волны». Она посвящена восстановлению после перенесенной коронавирусной инфекции. Автор проекта Анна Московских узнавала, как долго после болезни люди испытывают неудобства, какие последствия может оставить тяжелое поражение легких и как проходит реабилитация пациентов. О прежнем вкусе и аромате любимого кофе остались только воспоминания. Нет ни прежнего вкуса, ни прежнего аромата. Это сколько времени прошло? 8 месяцев. И это далеко не единственное причуда обоняния, с которой Марина живет все это время. Она вспоминает, запахи исчезли внезапно, когда она была в парикмахерской. А плохо стало только на следующий день. В целом, болезнь Марина перенесла довольно легко, но вот обонятельные галлюцинации никуда не делись, как и другие постковидные проявления. То, что должно приносить свежесть, свежепостиранное белье, свежевыглаженное белье, вымытый пол, вымытая сантехника, они пахнут невыносимо химической какой-то кислотой, кислым химикатом. Очень неприятно пахнут арбузы и огурцы. Я их перестала есть в принципе. И месяца два нарушались когнитивные функции. То есть я чувствовала, что стремительно глупею. Та работа, которая занимала изначально час, стала занимать 2-3 часа. Впрочем, можно считать, что Марине еще повезло. Людям, которые перенесли тяжелое, свыше 50% поражения легких, восстанавливаться придется дольше. Плечи опустили, спинку прямо, молодец, работает только пас. Вот так проходит реабилитация ковидных больных в краевой больнице. Упражнения направлены на укрепление мышц диафрагмы, массаж на расслабление верхнего плечевого пояса. У каждого пациента собственная программа занятий, и фактически их заново учат дышать и говорить. Логопеды нам помогают научить людей правильно говорить на выдохе, потому что большая часть людей этого, к сожалению, не умеют, либо теряют в процессе болезни этот навык. Дыхательная гимнастика проводится пациентам, которые имеют более тяжелое состояние, которые слишком сильно теряют сатурацию на фоне физической нагрузки. Следующий этап реабилитации – ходьба. Чтобы отсчитывать пройденное расстояние, на полу в коридоре больницы нанесена разметка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пройти 10 метров, казалось бы, что может быть проще, но для тех, кто перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции, этот пройденный путь – уже огромная победа и серьезная нагрузка. Тех, у кого за ночь ни разу не упала сатурация, а значит, они научились самостоятельно дышать, выписывают. Всем выдают целый ворох рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы поскорее забыть о болезни. Впрочем, ковид редко проходит бесследно, особенно после тяжелой формы. Кто-то может полностью инфицироваться, кто-то может стать инвалидом и все время будет требовать какой-то там либо минимальной кислородной поддержки, да, то есть хронически, как больные с хоблом. У людей есть вещи, связанные с появлением почечной недостаточности, и требуется потом пациентам гемодиализ. И это, конечно, неврологические повреждения, то есть, вот, собственно говоря, когда требуется, возникают какие-то парезы и, то есть, в руках, ногах. Чтобы выяснить, что именно коронавирус оставил в наследство, можно пройти диспансеризацию. Она позволит выявить, насколько сильно были затронуты резервы организма. Такое обследование проходит в два этапа. На первом этапе это развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, пульсоксиметрия,
введен так называемый тест 6-минутной ходьбы. Если пациенты имеют сопутствующие заболевания какие-то, либо какие-то другие проблемы, то им делаются углубленные дополнительные исследования. То есть это сосудистые исследования, это эхокардиограмма, сосуды нижних конечностей, это компьютерная томография. Пройти диспансеризацию можно практически сразу после снятия диагноза COVID. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику. На этом наш проект подходит к концу. Мы побывали в стенах больниц, узнали истории пациентов, увидели, как много им приходится преодолевать на пути к выздоровлению. И, познакомившись со всем этим поближе, начинаешь еще сильнее ценить жизнь и понимаешь, как важно защитить себя всеми возможными способами. Анна Московских, Алексей Гусев, Павел Потылицын, Енисей, новости. Ремонт на Матросова. Что изменится и когда завершатся работы, об этом расскажем далее. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Знакомый звук? Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. А вот что тебя ждет. Путешествие мечты. Обучение в лучших российских вузах. Призы для твоих учителей. И целый 1 000 000 рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась. Все новости на Енисее. Спасибо, что вы с нами. Наш телефон 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. До конца августа дорогу на улице Матросова расширят. Дополнительная полоса появится с правого берега в сторону центра. А уже сейчас в Красноярске начали работать новые камеры фиксации нарушений. Подробнее об этом не только. Далее в блоке коротких новостей. В Красноярске на пересечении Матросова и Свердловской началась реконструкция. Сейчас энергетики меняют там трубы. Для этого на перекрестке частично ограничили движение. Перекладка теплосети на этом участке синхронизирована с работами по расширению улицы. И как только ремонтные работы закончатся, на объект зайдут дорожники. Там добавят еще одну полосу в сторону центра. Полностью проезд откроют только после 30 августа. И еще на дорожную тему в Красноярске установили 14 новых камер фиксации. Оборудование настроено на стандартный перечень дорожных нарушений. Превышение скорости, проезд на красный, выезд на автобусную полосу и непредоставление преимущества пешеходам. Камеры разместили на аварийных участках по всему городу. Следить за соблюдением правил они начинают уже с этой пятницы. Грибной сезон. Из Красноярского края в Германию отправили почти 4 тонны свежих лисичек. И это пока первая в этом году экспортная партия. Вся грибная продукция прошла обязательную проверку управления Россельхознадзора. Все наши дикоросы соответствуют санитарным нормам. В прошлом году за границу продали 67 тонн сибирских лисичек. В выставочных залах краеведческого музея пополнения там появился макет китенка. Этот белоснежный красавчик – детеныш белухи. Они водятся в Карском море и иногда заходят в Енисейский залив. Взрослая особь огромная, вырастает до 6 метров весом в 2 тонны. В экспозиции уже есть модели гренландского кита, нарвала и финвала. Выставка расположена на первом этаже музея по соседству с динозаврами. Это все сообщения выпуска, но мы продолжаем следить за развитием событий. Наш телефон 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. А с вами был Владислав Власов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на Енисее. Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу, 7 августа. В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии преимущественно облачно, без осадков. Ночью от плюс 8 до плюс 18 градусов. Дневная температура от плюс 12 в Диксоне до плюс 28 в Туруханске. В северной группе районов Красноярского края преобладает облачность. Осадков не ожидается. Ночная температура плюс 12, плюс 15. Днем до плюс 29 градусов. В восточной части региона переменная облачность, дождь лишь местами. Ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем до плюс 28. В центральных районах Красноярского края облачная погода. Почти повсеместно ожидаются небольшие дожди. Ночью до плюс 15. Дневная температура от плюс 23 до плюс 28 градусов. В западной группе облачно с прояснениями. Дождь на всей территории. Ночная температура до плюс 15. В светлое время суток до плюс 24 градусов.
На юге Красноярского края пасмурно и дождливо. Ночью плюс 14, плюс 17 градусов. Днем плюс 23, плюс 26. В Красноярске 7 августа переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В темное время суток до плюс 14, днем до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.